Всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня зашел на аккаунт настоящего бомжа. Он мне писал то, что он живет на улице. Он написал, что единственное удовольствие его жизни — это Stand-Up 2. Васянчик, поздоровайся, дружище. Здорово, пацаны. Ребята, я решил его прокачать, я решил ему помочь, потому что я не могу пройти мимо такого человека. Васянчик, расскажи, почему так произошло? Кем работают твои родители, что происходит, и как вообще ты докатился до такой жизни? Как ты стал бомжом? Раньше мой папа работал грузчиком, он зарабатывал 20. Вот. Рублей или тысяч? Тысяч. Вот. И после этого его подставил напарник. Украл посыл какую-то, да? Груз какой-то украл. Да, украл груз, вот. И после этого на папу, ну, его уволили сразу с работы. А мама у меня работала в школе, ну, недавно, месяц назад она работала уборщицей в школе. Вот. И, короче, ну, там просто она там не сработала с ней. Там, да? Там, а из-за чего уволили? Плохо убирала она там. Из-за того, что плохо убирала, уволили. Братан, расскажи, а почему ты живешь на улице? Как такое произошло? Я помню, раньше у тебя все было хорошо, ты был реально богатым даже. Расскажи, почему ты сейчас вынужден жить на улице? Из-за моих братьев, я в школе очень плохо учусь. Из-за того, что ты плохо учишься в школе, тебя родители выгоняют на улицу, да? Да. Но ты же сейчас сидишь в доме, расскажи, как такое произошло? Сейчас папа уехал на работу. А, я... типа пока папы нет, ты там через окно или как... А, через окно залез, и поэтому ты сейчас в доме. А так, живешь на улице. Васянчик, и это правда, что единственное удовольствие твоей жизни — это Stand-Up 2? А больше у меня нет ничего. Ну что же, ребята, прямо сейчас... Да-да-да. Что-что? Штора, вот это моя самая дорогая, 300 рублей стоит, я сам в нее копил. Да, это ты ее сделал, чтобы солнце не светило, нет, да? 300 рублей там я на рынке, у меня рядом дом есть рынок вон там. Короче, дружище, скажи честно, ты рад, что я решил все-таки тебя взять в прокачку, немножко прокачать и немножко посмотреть твой аккаунт? Я очень рад, но я до сих пор не верю, что это реально возможно было. Дружище, правда, для тебя ничего не жалко, ребят, я уже зашел в аккаунт. Ну а прямо сейчас вместе с бомжом хотели бы вам подарить M9 Bayonet Blue Blood. Чтобы получить на халяву этот нож, тебе надо первое — поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, напиши любой хороший комментарий, плюс твой ID. И третье, самое главное, посмотри все видео от начала до конца без перемоток, потому что я буду проверять по аналитике. И возможно именно этот нож будет твоим. Ну что же, Васянчик, дружище, ты готов к прокачечке? Ты готов получить что-то хорошее? Дружище, скажи мне. Конечно, мне готов. Ну что же, давайте прямо сейчас мы зайдем на аккаунт бомжа и посмотрим, как же выглядит аккаунт Васянчика. Что же мы тут видим? А, так у тебя есть два ножа. Слушай, ты получается, ну, не полный бомж в принципе, да, в Стендофе? Мне их друг подарил. То есть тебе друг подарил два ножа Данта, просто хэштег хороший друг, просто уважение таким друзьям. Ребята, вот я хочу, чтобы все были такими людьми, как друг Васянчик, как друг этого бомжа, которые помогают и прокачивают его. Так, ну что ж, дамы и господа, прямо сейчас давайте посмотрим его аккаунт. У тебя еще есть тег 9? Блин, слушай, какой красивый, 4 мена. Клик, мне реально очень-очень крутой. Блин, я смотрю, ты спины любишь крутить, да? Потому что у тебя довольно-таки реально много именно донатерских скинов. Но я их не могу себе позволить, мне их друг открывает. А, то есть тебе друг какой-то помогает, да? Ну что же, Васянчик, давай прямо сейчас я тебе немножко помогу, но перед этим хотел бы посмотреть, в каком клане ты стоишь. О, в клан Киборги, это реально круто. Это круто, это реально. Лайк за это. Давай. Дальше. 5000 друзей и 4000 заявок. Обалдеть. Давай посмотрим, какие же личные сообщения пишут Васянчику. Давай немножко почитаем. Что же пишут Васянчику? Привет, можешь апнуть голд в напарниках? Плиз, я хорошо играю, а в клан не принимают. Дай голды, пожалуйста, ребят. Ну как вы смеете просить у Васянчика голды, если он сам бомж? Куда вы просите у него голду? Просто, ребят, посмотрите. Просто смотрите. Голду, бомж, бот, отдавай голду. Просто посмотрите, его даже оскорбляют. За что тебя оскорбляют, Васянчик, расскажи. Я не знаю, наверное, просто им... Они хорошо живут, они видят то, что люди другие живут, как они могут плохо. Вот именно, это некрасиво, ребят, не надо никого так обзывать. Привет, давай на один, один на один, если тебя вырвут, то в клан Кибергау, лох. Го один на один на 1000 голды, го напарники, го играть. То есть у Васянчики есть два вида подписчиков. Здорово, я у тебя вырвал в ТикТоке 3к голды, у меня 0 лайков на комментарии, мой ник. Дружище, к сожалению, Васянчик тебе голду не отдаст. Получается, ты его заскамил или как? Почему ты сделал розыгрыш и не дал ему приз? Ну, неделю назад ты был богатым. То есть относительно недавно ты начали выглядеть на улицу, да, братишка? Да. Ну ладно, ребят, давайте вместе поддержим Васянчики. Напишите в комментариях что-то хорошее, прожмите лайк и подпишитесь на мой канал. Так, ну что же, Васянчик, у тебя есть ровно 13 попыток. То есть 1300 голды, то есть всю эту голду кто дал? Я еще раз покажу вам. Всю эту голду дал Кент пока. То есть, внимательно посмотрите, я купил скин за 1700 голды, потому что, ребята, я решил поддержать Васянчика. Васянчик мой старый друг. Васянчик, говори, что у тебя купить? Прямо сейчас, любой из кейсов. Давайте 2 эмпер кейс, 3 штуки. Давайте 3 импар кейсечка, да? Да.
дальше. Я предлагаю 5 фейбл кейсочков. Ну надо нож бабочку выбить, брать. Если подписчики наберут 10к лайков, братан, то я тебе без проблем не то что подарю скины, я тебе нахрен подарю свой аккаунт, на котором 50 тысяч голды. Да не, шучу. Да ладно, ты, конечно, серьезно. Конечно, серьезно, конечно, серьезно. Еще осталось 560 голды. То есть мы покупаем, давай, например, 3 Rival кейсечка, да? Дальше 2 Empire кейсечка. Так, 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 так. И давай один Rainbow Sticker Pack. Васянчик, еще такой к тебе один вопросик. А вот по поводу твоих одноклассников. Как они реагируют на то, что ты стал бомжом? Расскажи. Ну просто бьются, бьют иногда бывает. Бьют? Да, ну бывает, рюкзак меня недавно проломил. Васянчик, да. Просто где? Где ты живешь, скажи, Васянчик? Я сейчас тупо пришлю, возьму хен, то есть Санату. Приеду к тебе из Васянчики двор. Ну, да! Спасибо, да, братан? Братан, говорю, за Васянчики двор бью в опор, потому Васянчика никому не обзывать и не оскорблять, ясно вам? Начнем давай с Rainbow Sticker Pack'а. Просто, Васянчик, скажи, какой твой самый любимый скин из этого Sticker Pack'а? Самурай наклейка. Но самурай? Это... Брат, это... без проблем. Самурай, выпади ради Васянчика. Просто помоги этому бомжу. Это уже хорошо. V2, V2. Васянчик, то есть это еще крутой скин. Может куда-то наклеим его? Как ты думаешь? Не надо? Окей, окей. Ну что же, выбирай следующий кейсичек, который ты хочешь, чтобы мы открыли. Это Empire, Fable, Rival. Что ты хочешь? Говори, Васянчик. Фейбл, без проблем. То есть смотри, я тебе еще расскажу секретную тактику. То есть я делал буст раз, я делал буст 2, я делал буст 3, я делал буст 4. Прямо сейчас, Васянчик, скажи мне только одно. Ты готов? Готов. Поехали, 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 поехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Нормально. Уже сразу же выпадает эпик. Уже? Не, ну Васянчик, неплохо. Кстати, я заметил, Васянчик, да. У тебя, наверное, слабый телефон. Почему 60 FPS всего лишь? Васянчик, расскажи, что произошло в твоей жизни? Какой у тебя телефон? У меня Redmi 5. Просто, брат, за это я тебе гарантирую, сегодня ты станешь богатым. Просто я тебе гарантирую. Гравировал кейсичек, тупо, да. Ради Васянчика. Не было скина на ФАМАС? Вроде не было. Брат, нормально. То есть я сразу применяю кабанчиком. Все, посмотри на мой инвентарь. Ребят, мне его жаль. Я уже плакать хочу. У него реально одни анкомонки, комонки. Васянчик, брат, не переживай, все будет хорошо. Мы тебя сделаем богатым. По крайней мере, я постараюсь. Васянчик, скажи волшебное заклинание прямо сейчас. Выпадамус Аркану. Ой-ой-ой, смотри, справа же команда Рипер, как рядышком-то. Васянчик, у меня чуечка, что сейчас надо мне искать волшебное заклинание, и сейчас повезет. Васянчик, Димус, охранник Димус, Джикомандимус, Лепадимус, Бомжимус, поехали. Джикоманда. Легендарка, первая легендарка Васянчика. Yes, мы это сделали, просто это первая, это первая легендарка из скинов у Васянчика. Брат, я ее прям сейчас применяю, чтобы все видели, чтобы никто тебя больше не вызывал бомжом, брат. Если тебе будут перчатки, ты будешь орать или нет? Только честно скажи. Я буду орать, наверное. Я яйцо в голову разобью. Брат, ну не надо. А что кушать потом будешь? Так мне папа принес тухлые яйца. А, я понял. Так, Васянчик, так тухлыми яйцами можно отравиться. Ты знал это? Нет, нормально. А, ну типа, ну нормально, окей, окей. Ребят, пойдем. Просто хэштег Васянчику удачи. Поехали. P350 Они. Васянчик, давай сделаем. Ты рад? Блин, вот и мне неприятно, что если такой человек, как Васянчик, он рад абсолютно любому скину. Васянчик, давай так, прямо сейчас, братишка, просто тебе за то, что ты хороший человек. Просто, если ты реально бомж, пожалуйста, разработчики, дайте Васянчику или легендарку, или аркану. Честность, если тебе выпадает легендарка или аркана, значит ты реально бомж. Давайте еще раз, окей. Предположим, мы этого не видели. Великие кейсы стендов 2. Если Васянчик реально бомж, пожалуйста, прямо сейчас дайте нам или легендарку, или аркану, чтобы понимали, что Васянчик нас не обманывает, лагали бы. Это правда! Васянчик не врет! Ты лучший! Ты думаешь про аркану? Думай про аркану. Аркана. Кибер, ё-моё. Ну, у тебя не было такого скина. Ты рад? Нет, Васянчик рад. Просто, брат, я тебя уважаю, что ты рад любому скину. Васянчик, говори, на что делать буст? На бабочку Легаси. Брат, хочешь Легаси, да? Васянчик тебя любит. Пожалуйста, помоги. Помоги Васянчику. Рад? G2 заставку. 103! Да, мы это сделали, Васянчик. Блин, могут выпасть реально дорогие перчатки, Васянчик. Я знаю, что мы сможем это сделать, брат. У тебя вообще есть перчатки на зиму, потому что уже холодно? Ну, есть, да. Пах, я перчатки тебе есть, брат, нормально. Уже будет не холодно на улице. Раз, два, три. Пожалуйста. Поехали. Перчатки. Ой, как много аркан пролетело. Да, Васянчик, да! Стоп, блин! Да!
Васянчик, мы тупо топчики с тобой. Шо выпал? Я знал, Васянчик, тебе повезло. Я знал! Мы лучшие! Это твой скин? Это мой аккаунт! Все, Васянчик, богаче. Сколько он стоит прямо сейчас? Давайте посмотрим, сколько он стоит. 930 голды! Обалдеть! Фух, Васянчик, мне плохо, надо дышаться. К Васянчику пришел кто-то, походу. Васянчика пойду на улицу выгоняют. Васянчика пойду прямо сейчас на улицу выгоняют. Дедушка пришел, извиняюсь. А, дедушка, но он тебя не выгоняет? Не выгоняет, он спал просто. А, фух, то есть все нормально. Ну что, ребят, осталось 3 последних попытки. Я скажу так, я думаю, что Васянчик очень рад уже прокачке. Я считаю, не достоин этой арканы, как и кто-то другой. Просто за Васянчика и двор! Открываю аркан в упор! Какая твоя любимая пара перчаток, дружище, рассказывай. Ну, просто никаких, потому что я еще ни разу не... Ни разу? То есть любые, если я выбью, ты будешь не против, да, братик? Да, конечно. Окей, Васянчик, я тебе скажу только одно. Ты достоин все эти 4 пары перчаток, брат. Вот все эти, блин, сейчас себя даже подвину. Все эти 4 пары перчаток, ты достоин каждой из них. Хэштег удачи. Хэштег поехали. Хэштег Васянчик топ! Аркан прилетел, кажется, МЖСБИС, да ты шо? Васянчик, это топ. Ну что, ребята, 3, 2, 1. Васянчик, говори последнее слово, я открываю. Пожалуйста, вырвай бомжу, нормальный дурак. Давай. Ай, потряс 50-й, блин, как же было рядышком. Кто трек, имба? Ура. Ребята, только что мы выяснили, что у Васянчика еще есть и второй аккаунт, на котором он поднял мастера. То есть, представьте, Васянчик играет на улице Stand of 2, и он еще и киберспортсмен. Васянчик, ты просто машина. Братан, давай, мы тебя прокачали. Ну, ты доволен прокачкой, скажи так честно? Очень доволен. Васянчик, покажи нам свой второй аккаунт, чтобы мы реально поняли, то, что ты настоящий киберспортсмен. Ребята, только что мы зашли на второй аккаунт бомжа, и мы прямо сейчас посмотрим, что же там есть такое. Так, ну что, захожу при помощи Google. У тебя есть шанс признаться прямо сейчас. Скажи правду, ты же меня не обманывал? Ты чисто 100%? Окей. То есть ты реально бомж, когда ты мне писал и в игре, и в жизни? Да. Окей. Я прямо сейчас захожу, ребят, при вас. Это первый раз я захожу на этот аккаунт. Так, играет музыка. А что это у них фермера? У меня ник сразу на фермер. Фермер. Звание мастер! Васянчик, ты че сумасшедший? Нифига себе, ты кибер. Так, я сделал звук потише сразу. Сразу переходим в инвентарь, чтобы мы понимали, насколько же Васянчик все-таки бомж. Раз, два, три! Ой! Подожди, и ты мне говорил, что ты бомж? Нет, я сейчас Васянчик подвину, посмотрите! И этот человек говорит то, что он бомж. Историю, посмотри мою, пожалуйста. Ребята, прямо сейчас напишите в комментарии, что мы будем делать с этим бомжом, потому что, кажись, он пытается нас обмануть. С вами был ваш Кент ПК, обязательно прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.